Согласно собственным замерам либерецких предприятий, их выбросы вредных веществ находятся в пределах допустимой концентрации. Но неприятный запах продолжает висеть над районом. Похоже, что выявить нарушителя может только независимая экспертиза. В Либерецком районе разработана программа «Экология Либерецкого района» на 2014-2016 годы, согласно которой проводится мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в жилой застройке. Но, тем не менее, жалобы жителей поступают на загрязнение атмосферного воздуха в ночной период. Поэтому было поручено провести круглосуточный мониторинг. В предновогодние дни заборы воздуха проводились в разное время суток. Специалисты брали образцы на границе промзоны Машкова и жилой территории. Сейчас лабораторные анализы находятся в процессе обработки. И информация, я думаю, после праздников она у нас будет предоставлена, и мы всю информацию разместим в средствах массовой информации. В администрации надеются, что эти мероприятия, наконец, помогут установить нарушителя, в отношении которого обещают принять соответствующие меры. Однако, по словам некоторых специалистов, в районе нет достаточно крупных предприятий, способных производить такие серьезные выбросы. И искать виновных надо в других местах. Ксения Бронникова, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение.